Что отличает, конечно, это заведение от того времени, когда мы ходили, количество сортов пива. Это разные все сорта, ребят, да? Да. А вот раньше было одно. Но самое вкусное. Единственное и лучшее. А что? Все же Жигулевский? Все Жигулевский, но смотри, разное. Планш, Кельнеш. Есть Бадвайзер. Славянский есть? А в рейсе все есть. Лучший бар — это Жигули. Сделаю нам такой промоушен маленький. Меня зовут Кобзон. Андрей Кобзон. Андрей. С праздником. Вот этот вы мне праздник устроили. А вы еще нашим коллегам пив, которым отдали. Ваши услуги уже окружены вниманием. Правильно? Место хорошее нашли. Правильно? Отличное место. Так. Мы из нее уже... Ну, чокнуться можно сейчас снова. Да? Вкусное пиво, на самом деле, жигулевское. Не такой, как другие сорта. Сами говорю. Да, но у него вкус. Того вкус. Место хорошее, правильно? Отличное место. Так, да. Мне уже чокнуться можно сейчас на улице. Понял. Вкусно пиво, на самом деле, что не такой, как другие сорта. Сами говорят. Да, но у него вкус. Потому что не знаю. Я время от времени покупаю.